Только с 15 января по 15 февраля совершай покупки на сумму от 500 рублей в аптеках «Фармакопейка» и становись участником розыгрыша сертификата на путешествие мечты. Спонсор прогноза погоды – сеть аптек «Фармакопейка». Лекарства по доступным ценам. Здравствуйте, с вами Кристина Смирнова. Информация предоставлена Центром ФОБОС. В пятницу показания барометров на юге Тюменской области будут падать. Это скажется влияние циклонической депрессии, из-за чего в небе начнут уплотняться облака, кое-где осыпаясь небольшим снегом. Морозы пойдут на спад, и температура вернется в рамки своей климатической нормы. Так, 27 января в Тобольске малооблачно ожидаются кратковременные осадки. В ночные часы минус 20, днем 11 градусов ниже 0. Вышими переменной облачности небольшой снег, под утро температура воздуха составит минус 22, после полудня 10 градусов со знаком минус. В Заводоуковске солнечно, есть вероятность осадков. Ночью ожидается 20 градусов мороза, а днем столбики термометров покажут минус 13. В Юлтровске схожая погодная ситуация, после полуночи до минус 22 градусов, дневные часы минус 12. В Тюмени облачно возможен кратковременный снег, ночью прогнозируют минус 19 градусов, дневная температура составит минус 11. Ветер юго-восточный 4,9 метров в секунду.